Добрый день, коллеги. Специально для канала Евгений Радист хочу вот сделать такое видео, вот, в котором хочу объяснить, что при проектировании систем с применением MIMO антенн, GSM ретрансляторов и так далее, нужно очень серьезно учитывать потери в кабеле. Вот в данном случае мы имеем 30 метров кабеля, довольно-таки хорошего, марки Anli DX10A, диаметром 13 мм, ну, или что-то около того. Вот. И если посмотрим на приборы, значит, у нас имеется генератор с выходным уровнем 0 dBm, это 1 мВт. Вот. И у нас имеется анализатор спектра. Вот. Значит, маркер я выставил на частоте 2,4 ГГц. И вот на 30 метрах кабеля мы имеем потери 15 дБ. Вот. То есть, грубо говоря, при такой длине кабеля, если у нас антенна имеет усиление, там, скажем, например, 15 дБ, вот, оно может быть полностью съедено применяемым кабелем. И стоит сказать, что кабель вот этот, он довольно-таки неплохой, довольно-таки серьезный. Вот. А когда пытаются применить более дешевый кабель, то там потери более страшные. Вот. И если есть желание, то отдельно могу сделать видео, показать, какие потери, скажем, в кабелях RG58 и им подобное. Вот. В общем, вот так. Всем пока.